мальчишки, ла-ла-ла-ла, вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Рано еще, Кеша. Поспи, днем приходи. Тогда и подумаем, почему ты не можешь уснуть. Да как же я усну, если я спать не могу? Ну да, логично. Так, попробуем понять, откуда у тебя взялась эта бессонница. Рассказывай, как вчерашний день прошел. Как вчерашний день прошел? Ох... Ага, то есть ты весь день ничего не делал? Да, именно это я и делал, то есть не делал, то есть делал, не делал. Ну, примерно где-то так. Ладно, есть у меня одно средство от бессонницы. Кажется, я его под этой кучей дров забыл. Поможешь найти? Да проще простого! Ну, где оно? Средство твое от бессонницы. Странно. Нет, его тут. Погоди. Может, оно в пустой траве затерял? Так, мне нужна коса. Какая ты без моторчика совсем. Ладно, будем по старинке. Бессонница могла в земле остаться, когда я деревья сажал. Тучка, нигде нет твоего средства от моей бессонницы.
Сильно ты его затерял. Ох, как же я устал. И спать очень хочется. Вот посплю, и с утра опять начнем средства бессонницы искать. Да чего его искать? Работа днем. Лучшее средство от бессонницы вечером. Согласен. Ну, все равно поищем, как проснусь.